Всем привет! Продолжаем проходить игру Cuphead, а точнее дополнение. Дошли мы в прошлой серии до, скорее всего, финального босса Солонкина. И у нас еще остался один секретный босс, как мне говорили. Но его нереально было разгадать самому. Пришлось читать описание, как что делать. Тут вообще все запутано. Нам нужны чемпионы и могилы. То есть надо поговорить с каждым чемпионом, и они дадут подсказку по поводу, в какой последовательности тыкать могилу. Только я не понял, нужно ли активировать чудной кулон. Кто-то пишет, что нужно, кто-то пишет, что не нужно. Все, первое место нам говорит, добраться до вершины и взять первый приз может только правильный гражданин вроде меня. То есть имеется в виду, что от центральной, как я понял, могилы правильный гражданин может меня добраться до вершины. Это значит, что первое движение идет вверх, а потом правильный, типа право. То есть первая цифра, так скажем, 3 будет. Второй говорит, поверить не могу, скатился вниз и занял второе место. Я имею право на первое. То есть это вниз. Это, скорее всего, просто цифра 8. Потому что у каждого здесь все индивидуально. Третье место. Надо больше трудиться и быстрее карабкаться вверх. То есть, что мы имеем? Первая цифра 3. Вторая цифра вот это. Не так. Не так. Все, я не так понял. Жесть. Даже с описанием тяжело понять, что они имеют в виду. Взять первый приз может только правильный гражданин вроде меня. Ну, то есть до вершины и правильный гражданин это вправо имеется в виду. Поверить могу, скатился вниз и занял второе место. И имею право на первое. То есть, скорее всего, тоже вправо, вниз и вправо. Последний. И карабкаться быстрее, карабкаться вверх. Ну, скорее всего, типа, они оба говорят право. Вторую я, наверное, не туткнул. То есть вверх и право это правильный гражданин. Этот вниз и имеет право. А последний говорит просто карабкаться вверх. Да. Ну, как-то так. То есть получается активировать этот кулон абсолютно не надо было никак. Ну что, давайте смотреть, что здесь за босс. Как насчет вздремнуть? Давайте вздремнем. Тут прям целый квест. Оказалось, надо пройти. Так, и здесь просто нас встречает ангел и демон. Так, ну не знаю, вроде как не выглядит сильно сложно. Одна стадия, да? Три желания. Таи желание или не таи, в ловушке ночи кончишь свои дни. Окей. Думаю, что вроде как выглядит несложно. Так, но в то же время. С моим рывком имбовым. Думаю, сейчас быстренько его пройдем. Ай. А, точно, облачко же. Пол хп. Нормально, нормально, я быстро. Облачко же тоже дамажит. Ай.
То есть тут выбор либо на выбор либо на облачке кататься, либо внизу его тоже сквозь него двигать. Да блин, хорош, чё ж у меня прям с первой-то первой снарядины. Не знаю, будет ли он еще какие-то атаки страшные делать. Потому что эти все. Выглядят не очень коварными. Просто надо привыкнуть. Фиг пойми, этот как лучше этот работает. Когда-то он загорается, когда-то нет. Но благо мы просто умеем сквозь него проходить. Так, ну ладно, буду изучать немножко босса. Нижняя платформа что-то как-то плохо работает. Давайте попробуем кататься вот здесь. Так, это в меня четко все попало. Какие-то прозрачные эти шарики вылетают и ничего не наносит мне никакого урона. Ангел какой-то. Не пойму, ангел кидается или дьявол кидается прозрачными. А, они каждый раз с разной стороны. Ну ладно, просто от всего будем уворачиваться, да и все. Буду просто от всего подряд уворачиваться. Рывок у меня длинный. Тут, наверное, еще можно какие-то шарики парировать. Прям в облако впендюрился. Сейчас было близко. Ах, насколько близко я продвинулся. Ну, уже больше середины. То есть просто на расслабоне. В правильные стороны надо рывки делать. У меня с этим есть некоторые проблемы. Луч загорается, когда я на него бегу вплотную. Ну да, тучка тут моя, конечно, имбовая. Думаю, она сделает это прохождение. Лучше пускаешь? О, сейчас луч летел на меня, летел, а потом вдруг резко стал прозрачным. Странно. Посмотреть надо, может, тут чуть посильнее какое-то оружие взять. Потому что он вроде бы с одной стадии, но какой-то жирный босс. Может быть, конкретно в дьявола или конкретно в ангела надо стрелять. Сейчас вот не понял. А, и прям на облачко. Ну нет, не так-то все просто. Чуть-чуть придется помучиться. Можно парировать, да? Так.
Ну тут легко можно две проскочить. Почему сейчас она... Почему она решила... То прозрачно, то нет. Как-то это с расстоянием от меня связано. Вот они летят. В зависимости от расстояния. Ай. Меняется. Их цвет. Ну ладно, просто от всего уворачиваюсь. Не парюсь. Жесть, конечно, что тут происходит. Ой-ой-ой, сейчас повезло, что они там что-то намутили со своей прозрачностью. И я впендюрился. Но я был не так-то уж и далек от прохождения. Но не так же сразу. You're up. Да ладно, неужели прям вот так четко расстояние было, чтобы я боролся в луч? Так. Они ж в меня лучи пускают, правильно? В смысле, шарики эти. Может, как-то можно их подбайчивать немножко? Чтоб попроще было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, уже так, если спокойно, спокойно стрелять. Слишком быстро я урон получил. Ближе, что ли, к ангелу или дьяволу этот луч летит, он тогда... От этого зависит, что ли, прозрачность. Ну ладно, я стратегию другую выбрал прохождение. Тупо как бы на ловкость пальцев получается. От всего подряд увернуться и не париться по поводу. И так головоломка слишком сложная была. Игра-то не про квесты совсем. Заспамил меня лучами. Ой, повезло, что луч как-то изменил свой цвет. Ай. Я думаю, что я был очень близко. Да. Совсем чуть-чуть осталось до неуязвимости. Прожал бы ее, да прошел. Обидно. A brawl is surely brewing. It's on.
просто, надо максимально сконцентрироваться. Сейчас. Повезло. Сейчас не повезло. Самое-то главное, вроде бы, одна стадия, и ничего не меняется, ни скорость полета, абсолютно ничего не меняется. Единственное, что, я думаю, может быть, какое-то оружие стоит посильнее поставить. Потому что я знаю, что автоналодка, она точно должна быть слабее. Итак. Впоролся. Ну, больше середины стабильно. Или все-таки подумать, как это работает. Да нет, это же игра не про подумать. Хотя только иногда. Единственное, что над чем я сейчас думаю, это траектории перемещения свои наперед планирую. Последняя карта заряжается, это значит близко. Нокаут. Да, даже карта, ну, зарядилась, короче, и все получается. Да неужели? Давно утерянный проклятый амулет наконец-то пробудился. В древних текстах говорится, что она ненавидит храбрость. Чем сильнее враг, тем больше зла. Что это может значить? Так, у меня проклятый амулет. Обременяет хозяина. Легкие чары, вызывающие различные изменения статуса. Ну это какой-то рандом. Наверное, смысла его особо нет экипировать у меня. Я считаю, идеальный билд для меня. Что тогда, наверное, такая будет коротенькая эта серия на 20 минуток. В следующий тогда отправимся и будем уже долбить этого босса финального.